Всем привет! Здесь мы собираем конструкторы от Lemo Toys и сегодня соберем маленькую карету. В набор входит клей, наждачка, 79 деталей конструктора и подробная инструкция. А для таких неровностей используем наждачку. Обращаем внимание на расположение деталей. Обращаем внимание на отличие деталей.
клей не должен попасть на деталь с круглым отверстием. Остальные колеса склеиваем по аналогии. В круглых отверстиях клея быть не должно. Готово! У собранной кареты вращаются колеса и открываются дверцы. При желании игрушку можно раскрасить. Чтобы посмотреть или заказать этот и другие конструкторы, переходите по ссылкам в описании. Подписывайтесь на канал и соцсети Lemma Toys. Пока-пока!